Сотрудникам компании Online Trade не безразлична судьба городского округа. Чтобы выдвинуть свои идеи по улучшению Химок, трудовой коллектив компании пригласил на круглый стол лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаила Раева, Елену Андрееву, Надежду Смирнову, Николая Томашова, Галину Болотову, Руслана Шаипова и Валентина Герасимова. Очень позитивная и интересная встреча сегодня оказалась, потому что в очередной раз мы видим, что на предприятии городского округа Химки работают химчане с разных районов города. И сегодня задано было множество вопросов и представлено достаточно много социально значимых инициатив, которые волнуют жителей разных-разных районов. По словам работников, они давно следят за реализацией социально значимых инициатив и голосуют на сайте проекта. И теперь решили выдвинуть свои предложения по улучшению города. Радует то, что от своих домов сейчас горожане, химчане, переходят к более значимым инициативам. Сегодня стояли вопросы о строительстве школ, детских садов, о дополнительных возможных секций по физкультуре, о развитии спорткомплексов, о развитии парков. Вот эта глобальность сегодня меня очень порадовала. Участники встречи выдвинули целый ряд инициатив, касающихся жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. А лидеры движения рассказали о тех инициативах, реализация которых уже началась. Все вы знаете, стадион «Снежинка» имени Анфисы Рисовой. Это будет очень такой большой сделан туристический кластер. Полностью перестроен, где будут и гостиницы, и масса-масса видов спорта. То есть у нас идет развитие. Сейчас мы хотим просто, чтобы вы нам помогли. Помочь реализовать инициативы и сделать город лучше может каждый химчанин, проголосовав за понравившуюся инициативу на сайте «Хижонлайн».